Мы вместе. Девиз, который нас объединяет в самые трудные времена. Мы вместе помогаем, вместе сортируем посылки, вместе пишем письма солдатам Донбасса. Патриотическая акция объединила огромное количество людей. Груз участникам специальной военной операции собирают каждые 2 недели и отправляют солдатам. Если позволяет возможность, они передают привет из фронта тем, кто ждет их в тылу. В коробках медикаменты, еда, готовая уже, тушенка. Вот. Собирали всем технику, понемногу, кто сколько смог, вот, чтобы наши солдаты ни в чем не нуждались. Акция «Посылка солдату» продолжается. Как мы видим, на складе очень много помощи. Ее приносят абаканцы целыми предприятиями, коллективами, организациями. Сейчас, когда наступила весна, остро необходимы медицинские препараты. Как говорят волонтеры, весной обостряются сезонные вирусные заболевания, аллергические реакции. Поэтому лекарственные препараты могут понадобиться в любой момент. Помощь принимают на складе в Абакане, а на Донбасс его сопровождают военные. Мы, профсоюзные организации, относимся к Центральному военному округу. Территориальная профсоюзная организация. Поэтому инициаторами выступили тиркомы Центрального военного округа. Ребята Центрального военного округа, группировки отважные, под литером отважные, вот, которые выполняют очень сложные задачи. Мы их часто видим по телевизору. И мы решили, что вот именно адресно группировки мы собрали все, что необходимо каждодневно. Гигиенические приборы всевозможные. И чтобы в минуты отдыха ребята смогли попить кофе, чай и конфетки с печеньем покушать. Все подробности акции можно узнать в штабе волонтеров Абакана по телефону 22 35 51.